Всем привет, друзья! Привет, друзья! И мы сегодня откроем хвост. Сегодня мы открываем какие-то веселые липучки. Да. Банчанс. Крутые липучки. Смотри, они какие яркие, разноцветные. Да. Дим, можно делать из них разные фигурки. Ура! Смешивать цвета. Смотри, какие там змея нарисована, можно сделать. Ну как, покажи, мартышка какая-то, смотри. Что это? Мишка, да? Да. Мишка, цветочки, вот тут какой-то восьминожек. Мы сейчас с тобой попробуем. Пчела. Это же змея. А где пчела? Не знаю. Змея, лягушка там, он робот какой-то нарисован, да? Это же пчела. А, да, она на этой стороне. Вот она, пчелка наша, да? Сейчас мы откроем и попробуем что-нибудь сами, своими руками из этих липучек смастерить. Да, Дим? Да. Ну, давай. Откроем. Сначала первую липучку. Давай, ага. Вот их сколько, липучек. Смотрите, они все разного цвета, Дим. А тут столько фигурок. Смотрите, целый мешочек разных фигурок для того, чтобы нам можно было какое-то животное собрать. А вот и инструкция. А вот и инструкция. Давай будем смотреть. Пчелу. И нам понадобится две таких липучка. Давай лягушку. Смотри, какая лягушка тут есть. Лягушку, машинку тут можно собрать. Вот какая-то радуга. Нет, даже сначала есть. Сначала ягодку-малинку. Ягодку-малинку Дима хочет. Ну, давай, будем пробовать. Слушай, так тут можно так фантазировать, Дим. Можно же из своего животного собрать. Не обязательно по картинке собирать, Дим. Да, вот это задание нам досталось сегодня. Сделать из таких вот липучек, похожий на репейник, что-то похожее на животное или что-то смастерить, сфантазировать нам нужно с Димой. Ну, вот тут все детали, смотрите, сколько деталей. О! Еще домосильный. Можно выдумать кого угодно. Тут и крылья у нас есть, и вот шляпа даже в комплект вошла, да? Давай. Какие-то ноги, смотри, Дим. Сейчас мы кого-нибудь сделаем. Тут вот очки такие вот интересные. Очки человека. Ага, усы даже есть, Дим, смотри. Усы человека. Корона вот такая. Можно королеву или короля сделать. Глазки есть просто отдельно, видишь, глазки. Тебе тоже очень эти усы идут. Что-то уже от дракона получается. Сейчас хвостик сделаем. Ну что, похож уже на дракона? Да. Да, сейчас голову сделаем. Ой, ноги не держат его, совсем тяжелый. А давай вот так, пусть сидит он у нас, да? Сидячий будет дракон. Сейчас мы ему, знаешь, что сделаем? Глазки. Деловой дракон, да? Да, мы можем разные шляпки менять нашему дракончику. Но. А вот и новое. Вот и новую Дима придумал. Можно ему крылья вот сделать. Смотри, тут же вот крылья специальные есть. Это какой-то утенок у меня получился, Дим. Смешной, смотри. Давай ему что-нибудь еще придумаем. Ручки, что ли. Вот, смотрите, какой у меня веселый какой-то. Не знаю даже, кто получился. Здесь работает очень хорошо фантазия. Можно собирать до бесконечности. А вот, смотри, зубы. Можно кого-нибудь, чудище какое-нибудь сейчас тоже слепить. Давай. Дим, смотри, какое у нас совсем одно лицо прям. Дракон получился. Очень похож. Только мы ему еще усы приделали. И что-то на ногах он у нас не стоит. О, Диме он не понравился. Так можно из него сделать сейчас еще какое-нибудь другое животное, да, Дим? Да, лягуху сделаем, хочешь? Ква-ква. Ну а что, вообще почти похоже. Так, лягуха готова.
Они вот что-то у нас сидим, на каких-то монстриков похожи. Привет! Я такой получился мужичок. В очках и в шляпе. Кто? Ну, кто? Вот кто-то получился. Можно усы ему еще приделать. Вот такой. Привет! Палочки. Вот сколько можно всего нафантазировать. Сегодня в очках. Дима себе примерил такие очки. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайся на наш канал. Пока-пока. Пока-пока, друзья. А мы продолжаем с Димой фантазировать и делать из этих крутых липучек разные фигурки, да, Дим? Да. Все, пока-пока. Все, до новых встреч, друзья. Пока. Мы будем еще увидимся. Еще увидимся. Пока-пока.